И снова я всех приветствую, друзья, с вами Разгул, Любопытный Геймер и Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. В прошлой серии мы победили королеву Элану, проклятую королеву Элану, или как она там называлась. В общем, та тварь, которая была в самом низу вот этой вот пирамиды. Вот, бой был сложный, и с записью тоже были кое-какие проблемы, у меня отломилась... веб-камера, и мне немножко помешали, поэтому финал был такой сумбурный, но я ее все-таки одолел, это было непросто, она кусалась, она билась, в общем, босс сложный и интересный, особенно неприятна она из-за бесконечного призыва этих своих тварей, то есть она в итоге призывала не только колоколиста, но и скелетов. Кстати, вот призыв колоколистов — это интересный такой какой-то намек на Ковенант Звонарей, в котором, кстати, я по какой-то причине все еще состою, хотя пора бы оттуда, наверное, уже свалить. В общем, есть еще пара вещей, которые я бы хотел на этой локации сделать. Во-первых, я бы хотел пойти вот сюда. Хотя я не уверен, что это... правильное решение, но я наверное, все-таки пойду. Мне интересно, что здесь. Возможно, я сейчас умру. Что здесь? Может помочь союзник? Давайте войдем. Может, это босс? Пещера мертвых? Угу. Помоги. Пещера мертвых. Блин, это все-таки странно. То есть я оттуда вернуться, в принципе, не смогу, да? Ну, давайте сначала доделаем то, что я хотел доделать в Шульве. Мы отправимся... Так, какому... какой это нужен мне костер, получается? А этот костер мне и нужен ведь. Я хочу к паукам. Я хочу к паукам. Да, мне нужен этот костер. Блин, какого черта ты делаешь, а? Наверное... Да, это было неприятно. Да, кстати, с момента прошлой серии я немножечко подразвился. Ну, в смысле, не персонажа, а шмот. Ну, то есть, дело было вечером, делать было нечего. Я попрокачивал себе вторичный всякий шмот. Забыл сказать, я теперь вот бегаю в этой броне, которая мне понравилась. Ну, вот при... походе на Элану, там попадаются такие рыцари, рыцари драконьей крови, и я теперь в этой броне. Она, видимо, чуть получше, ну, она не лучше защищает от всяких воздействий, то есть от стихии она, по-моему, не лучше, чем... А, нет, получше, вот она сейчас прокачана у меня на плюс 10, она лучше защищает практически от всего, чем полностью прокачанный доспех Аллы. Кроме молнии, чуть-чуть похуже молнии защита, и кроме яда и кровотечения. Вот. Но зато все остальное лучше, причем так существенно лучше. И физический урон. Физический урон меня вот в первую очередь интересует, потому что что-то мне как-то валяли. Вот, ну и... Ну, перчатки Алвы, вот они по всем параметрам хуже. Я вообще носил-то темные наручи, и они тоже хуже. У них, опять-таки, к статусу похуже, но вот к стихиям получше защита и поножи. А поножи я сейчас ношу, поножи Алвы, потому что я хочу сохранить себе быстрый перекат, иначе я буду как мешок с драпом падать. Вот. Ну и опять-таки ослабится защита от стихий.
Вот, ладно. Это понятно. А, да, еще я сменил себе лук. Я почему-то решил, что мне опять хочется поменять себе лук. Вот, и поставил себе лук драконоборца. Ау! Аккуратнее, аккуратнее. Ну, а что-то мне навоняло? Странно. Так, братаны. А к черту вас? Еще буду я с каждой шушерой тут бодаться. Мне нужно сюда. Попробую немножко себе облегчить участь. Этот лук, он интересен тем, что у него есть магический дамаг. Вот. И этим он, в принципе, это что, рука торчит? Здесь очень много пауков должно быть. Я прям слышу, сколько их. Вот. Но мы попробуем как-то это дело. Так, и здесь, получается, будет какой-то дамаг за падение, да? Неплохой такой. Так, вы идете за мной, да? Отлично, встречняк. Хорошо. Отравленный метательный нож. Так, по-моему, они закончились, да? Да. Хм, но это было не так сложно, как я ожидал. Теперь мы посмотрим, что здесь у нас. Отлично. Куча навоза. Самоцвет. И все? Да, блин. То есть вот ради этого, да? Очень, очень, очень здорово. Ладно. Окей. Мимик? Нет. Кольцо Флинна. Что делает кольцо Флинна? Вот это? Да. Снижение нагрузки усиливает физическую атаку. Что? Кольцо Флинна бесчестного вора. Используя силу ветра, оно увеличивает физическую атаку по мере того, как снижается вес снаряжения. Флинн был невысоким бойцом, но умел наносить сильные удары. Даже самые опытные солдаты никак не могли одолеть его. Угу. То есть, чем меньше у меня загрузка, тем я больнее бью? Ага, вот оно, значит, на... Ну, неплохо... Нет. Если бы я был в каком-то легком сете... Давайте потестируем. То есть, мы видели там 382, да? Правым оружием. И если я, скажем, сейчас все поснимаю... Вот такой босяк. 228% загрузка. Чисто оружие. Ну, кольца там.
И если мы там теперь попробуем поставить кольцо Флина, сколько будет дамаг? А, да? Что? И все? 383? Не понял. Я что-то не понял. 383, да? Хорошо. А если я ставлю обратно все это дело? А, кстати, может, мне стоит наоборот пон уже поставить крови дракона, а наручи взять... Нет, не стоит. Так, и теперь... 383. Да вы издеваетесь? Или, может быть, это не отражается на статах? Где? А, понял. Понял, да. Подонок! Почему я так торможу? Да, да, да. Ах ты! Падаль. Фух! Чуть не упал. Так, и теперь я еще хотел зайти вот в такое место. В этот костер. Так. Это было. Да, там. Я просто вспоминал это как бы для себя. Так, нам нужен код. Не сюда. Черт. Нахрена я спрыгнул сюда? Вставай, подонок. Может, ты упадешь? Это было не то, чего я хотел. Я хотел, чтобы ты упал сам. Ну ладно. Добрал. Да. Вставай, ублюдок. Какого черта? А, он переключился на меч? Нет. Тебе это не поможет. Я видел какую-то шмотку, нет? Нет.
Что это за глазастики? Вот, я хочу сюда. Да, я хочу сюда. И... Да, я же... Снял с себя лук. Что, в принципе, не очень умно. Вы падлы. Так, я не понимаю еще, как вот туда можно забраться. Но я хочу. А туда? Туда надо просто спрыгнуть. А! Теперь я могу. Потому что я могу. Да. Ну, здесь эти ублюдочные ящерицы. Или кто это? Ящерки Фароса. Будем называть их так. Кому-то здесь явно не повезло. Не, они прикольные. Они даже немного ковальные. Твою мать. Что это? Бедная душа. Монстр, слова монстр. Слава, поломка снаряжения. Шипастый кнут плюс 7. Шаги перемирия. Ну, на самом деле, вот эту тварь можно... Можно стукнуть кнутом шипастым. Эта фигня... Она... Восстанавливает мое снаряжение, короче. Это просто странная вещь, которую я хотел вам показать. По сути, это хренота, она ни зачем не нужна. Вот как туда залезть, я так что-то и не понял. Возможно, это как-то можно достать, когда я спускаюсь... того верхнего костра. А, кстати, я, получается, тут еще не собрал штуку. Факел. 5 факелов. Так, ну прыгать-то явно не вариант. Я здесь никак не допрыгну. Это вариант только возвращаться... Только возвращаться к костру и там что-то пытаться сделать. Он не достает меня плевками своими, пока выше меня. А, и... Да. Тогда давайте попробуем вернуться. Нам в любом случае к тому костру. А, в принципе, я могу ведь пойти туда, в те двери, которые открылись за королевой Эланой, да? Вот. Но, не знаю, пока я туда не хочу. А, да, я, по-моему, говорил, все-таки можно фармить... окаменевшие кости дракона с тех вот тварей. Черт возьми, как туда можно попасть, а? Туда должно быть как-то можно попасть.
Просто иначе это не имеет никакого смысла. А, шел в дверь. Так, я что, не могу в космос? Мне очень хочется туда, но я не понимаю как. То есть определенно как-то можно туда забраться, но я не понимаю как. И я немножко запутался относительно того, где я. Я знаю, что мне нужно как-то попасть в какую-то сторону. В ту, может быть. Но нет, я... Нет, если я на ту сторону попаду, то я просто спрыгну вот... Да, это бесперспективняк. Ладно. Это жалко, конечно, но... Но переместимся. Так, ну ладно. Отправляемся в склеп. Жаль, конечно, что не получилось. Хотя, может быть, я сейчас до него дойду, и я зря тут вот эти вот экзерсизы все свои устраивал. Катаны? Что здесь? Алчный Андрей? Хорошо. Приходи, алчный Андрей. А здесь кто? Жалкий Афлис. Хорошо. Приходи, жалкий Афлис. Не очень понимаю, что сейчас будет, но... Так, это что было? Понятно. Так, стопы. Угу. Подождите-ка секундочку. Во-первых, я использую бабочку и зажгу свет. Хорошо. Теперь свет я могу зажечь уже от этого костра и возьму. У меня все... Нет. Черт. Так. А, да, кстати... Кстати, код. Код мне больше не нужен. А, все норм, да? А, и парень, кстати, кастует у нас как раз свет. Опачки! Ребята, разбирайтесь. Падла. Нет, ты не будешь лечиться. Блин, как вас тут до хрена. А, подонок. Мы устроим хайп в стиле разгула. Андрюш там колбасит, но... Ах, ёлки, они еще и окаменение накладывают, да? Это плохо. А, нет, Андрей, это нормально. Афлиса, блин, убивают.
Так, Афлиса убили. Аккуратненько. Так, Андрюш хилится. Так, это такое же говно, только не с ядом, а с окаменением. Это очень плохо. Плохое место. Очень плохое место. Так, а вот этот парень, он... Но если бы я не призвал двух фантомов, я думаю, что мне было бы очень больно. Хорошо. Я видел там сундук. Я очень надеюсь, что... Голова, шея, нечто. Чё там? Нормально. Нечто окаменевшее. Ага. Хорошо. А здесь у нас чего-то? Я опять слышу этот сердцебиение. Я опять вижу тварь. Так, они плюются иногда такие, которых нельзя разбить. А, я надеюсь, у меня еще остается хотя бы немножечко починочного порошка. Хотя, я дурак. И я могу ведь просто взять... что я могу взять? Я могу взять двуручник. И разбираться с ними уже при помощи него. Ау! Так. Блин! Сколько вас тут, а? У меня такое ощущение, что у меня неплохой резист к окаменению. Да хорош. Вау. Уголь вражды. Я ненавижу такие штуки, которые плюются. Я ненавижу Фароса за то, что он их придумал. Прыжок, но толстяк. Блин. У меня еще фэтрол дурацкий. Из-за меча? Да. Из-за меча по-любому. А, блин. Я, наверное... Черт с ним, у меня их, в принципе, много. Так. Да, нормально.
И здесь ничего? Черт. Может помочь факел? Хорошо. Так, я так понимаю, что все, да? Вот, то есть разборки вот эти вот закончились, страшные. Да нет же. Хотя, смотрите, какая стена интересная. Да, их сюда загнали, ребят, и они просто огребли страшно. Мне предлагают атаковать. Отступи. Так, а вот смотрите, ядовитый козел. Отлично, ядовитый козел сдох. Очень-очень плохо, что... Здесь нет стационарного факела, который бы я мог зажечь и сэкономить этим... Блин, я очень... Не рад тому. Ты подлюка. Так, чё, отличная бесцельность. Ну ладно, я их хотя бы разбил. Твою ж за ногу. Воу. Андрюшке досталось. Очень круто досталось. То есть, если я зажгу факел, здесь появится темный дух, да? Мне надо было, конечно, довести обоих. Ну да ладно. Три бабочки на локацию. Это, конечно... Не очень хорошо. Не очень правильно. Да, кстати, я, помимо этого лука, я еще много оружия приобрел такого. Ну, искривленный меч я, да, плюс 5 докачал. Я купил кинжал Миты. Ну, это не у Арнифекс, это у чувака. А... Нет, сейчас должен быть нормальный ролл. Да. А... Выходи. Где он? Но его нет. Черт. Меня обманули. А, блин. Так,
Пилюля трехглазой змеи. Ловушка впереди. Что это за Ктулху? Ага. Это, наверное, окаменение. Трое впереди, осторожно, дальний бой. Ладно. Черт. Ау. Да что ж такое-то? Ау! Ау. Ау. Возможно, это была плохая идея. Да, это была плохая идея. Ау. Да, это была очень плохая идея. Да, это очень интересное местечко. Здесь, я чувствую, задержусь надолго. Но мы у него уже пойдем в следующий раз, уже следующая попытка будет. А пока я с вами прощаюсь. Хорошо провести время. С вами был Любопытный Геймер. До связи.